Друзья, всем привет! Я в аэропорту Шереметьево, терминал F. Лечу сегодня в Прагу. Пишите свои вопросы по Чехии. С удовольствием на них отвечу. А мне вот сюда, зеленый коридор. Итак, ребят, сделаем отдельное видео по вопросу выезда с ограничениями. Сегодня как раз ехал с ребятами-таксистами, и часто возникает такая трудность. Йога Босс, зайдем, посмотрим. Можно поспать, уединиться. Рублей, 550 рублей в час, все удовольствие. Неплохо. Rádi bychom se vám také omluvili na letiště v Moskvě. Я в Праге, в аэропорту. И сейчас вам покажу, где тут можно купить сим-карту. Вся заграница начинается с покупки сим-карты. Ходите, поворачиваете направо, и вот такой вот магазинчик сверху. Здесь можно купить сим-карту. Друзья, что я здесь делаю? В Праге совсем недавно был здесь и сейчас вот приехал, у нас готова компания, получаем в суде документы и сразу же подаем на лицензию, оформляем кадровое агентство, чтобы можно было трудоустраивать иностранных граждан, которые будут работать здесь, в Чехии. Жду такси. Тут, кстати, очень недорогое такси. Погода очень классная. И жилище у меня тоже очень близко от аэропорта.